Легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, шахматы, дартс. Шестая соревновательная дисциплина на спартакиаде – настольный теннис. В этом виде спорта честь нижегородской сборной защищала Тамара Зубкова. Мы все радостны, настолько уверенно выступили. То есть сразу у нас пловцы заняли второе место, мальчик и девочка. То есть я сейчас уже называю мальчики и девочки наши. Вот. Я была вторая, у нас было очень много призовых мест, и общий командный у нас получился первый. Мы счастливы. Начинали день спортсмены с зарядки, причем не всегда традиционной. Хорошо размяться с утра помогает цигун. Все желающие могли пройти тестирование ГТО и получить соответствующий сертификат. И все же самой сложной оказалась соревновательная часть. Самое сложное — это была эстафета, в которой мы заняли второе место. Дело в том, что там, кроме упражнений, там очень было много судили штрафных очков. Поэтому вот этот командный дух, который присутствовал в команде, он позволил нам занять второе место в комбинированной эстафете. Спартакиада пенсионеров России – самый масштабный спортивный турнир для людей старшего возраста. Возрастная категория участников – мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины – 55+. Средний возраст – 60-69 лет. В Новосибирске состязались спортсмены-любители из Белоруссии, Германии, Испании, Казахстана, Китая, Польши и Сербии. В общекомандном зачете нижегородцы оказались сильнейшими. Анастасия Рябова, Максим Веселов. Время новостей.